Считаю, что это безобразие. Считаю, что просто преступление. Это со стороны властей. Во-первых, религия отделена от государства. Во-вторых, наша православная вера, старинная вера. Князь Владимир, равнопостная княгиня Ольга. Это все наше. И вмешивать сюда политику нет никакого смысла. Если будет поцелуй, я сюда в лавру буду, может, ходить только к мощам, совершенно не участвуя в молитве с поцелуем, потому что мощи есть мощи, это святое. И я считаю, ПЦУ – это организация клубная, это не православная организация, это клуб по интересам, потому что он создан на воздухе, а не от апостолов.